У жителя поселка Володарского Виктора Хохлова возникли вопросы по начислению платежа за вывоз мусора. Чтобы разобраться в проблеме, он обратился к сотруднику мобильного офиса «Мособл ЕИРС». Я пришел узнать, почему мне 13 тысяч пришло. Вот, потому что в апреле я заплатил, там у меня все было по нулям. А сейчас вот за июнь пришла 13 тысяч. Я должен заплатить. Для чего? Почему? Передвижной офис учреждения в населенном пункте работает один раз в месяц с 9:30 до 16:30. Мобильный офис МОСОБЛ ЕИРС на территории работает один раз в месяц. Для этого выставляется информация во всех соцсетях, которые имеются на территории, также в наших частных группах. Уведомляются представители управляющих компаний для удобства жителей. В специальном микроавтобусе, оснащенном всем необходимым оборудованием, жители могут проконсультироваться со специалистом, передать показания приборов учета, произвести безналичную оплату жилищно-коммунальных услуг и решить ряд других вопросов. Если какие-то вопросы возникают, по передаче неправильно передали показания, мы исправляем. По фотосчетчикам, например, если приносит нам, потом по перерасчетам к нам обращаются, за справками, справка об отсутствии задолженности, в финансово-лицевые счета мы даем. Жители довольны услугами мобильного офиса, особенно представители старшего поколения, ведь у многих нет возможности посетить основное здание учреждения. Нравится то, что не нужно выезжать в район, а принимают именно здесь на поселение. Это очень важно. Так как не каждый может поехать и там простоять очередь большую. А здесь все-таки народу не так много, и на месте вопросы решаются успешно. Я довольна их работой. Вопросы бывают разные. Где-то не всегда ясно, в квитанции, может быть, какие-то цены стоят не очень. Или, допустим, где-то, может быть, увеличение какое-то происходит. Когда интересуют меня такие вопросы, я прихожу и спрашиваю. Специалисты рассказывают, несмотря на сокращенный формат, во время приема возможно решить практически все основные коммунальные вопросы. В Ленинском городском округе сейчас мобильный пункт работает только в поселке Володарского, так как это самая отдаленная территория от главного офиса. Данная услуга помогает снизить загруженность и решить вопросы рядом с домом. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Максим Константинов. Видное ТВ.